Вот сейчас на площадь Ленина пришли мамочки с детками. Это с поселка Веселая, где полностью он разбит. И вот мы приготовили им здесь небольшие пакеты с детским питанием, с памперсами и лекарством. Вот они, наши прекрасные детки. Огромное спасибо нашим братьям-россиянам, которые помогают нам в наше трудное время в городе Донецке, благодаря которым мы скупились и предоставляем вот эту помощь деткам. Это денежные средства были собраны на концертах Юлии Славянской, знаменитой исполнительницы духовных песен в России, а также на нашу организацию вместе были присланы деньги от неравнодушных россиян.